Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. И мы с вами вновь на Енисее. Как говорится, война войной, а на Лим по расписанию. Посмотрим, что тут за мое отсутствие попало. Погода у нас сегодня почти прекрасная. Минус 15 градусов, но метет. Я к Сане подъезжал, снег лопатит. Как подъезжал? Приехал сюда. Ага. А у меня лопаты, оказывается, с собой нет. Короче, я опять хоть что-то дозабыл. Пришлось до Сани мотаться за лопатой. Хорошо, недалеко живет. Ну, ёрш тот раз, который на снег падал, так и не отдыбал. И сдох. Так. Наживки мне. Не помню, хватит, не хватит, по-моему. Нифига не хватит. 4, 8, 9 дня. Не хватит. Ну ладно, будем проверять, с чем есть. Поглядим, что тут у нас. Ага, сход был. Был сходик. Так, давай ходи сюда. О, кимарной. Прикимарил уже так приличненько. Ой, еще один. Сегодня, по-моему, третий день всего. Они уже кимарят. Что там, еще есть, что ли? Еще что-то подтягивает. О, точно. Ёлки-палки. Все в заглот. Так. На этом все. Так, этот перемет я опять наживлю налимом. Снул его сейчас порежу. Потому что на два перемета наживки мне не хватит. Лучше наживим тот, который более-менее выручает. А на этот, вот этого сейчас налимчика порежем. Распустим его на ленточке. Ах, зубастый какой. Дохлый, но зубастый. А воняет-то как. Ё. Оставим его птичкам, такого вонючку, пускай грызут. Если здесь попало, значит, на том перемете должна быть удача, я так думаю. Фу-фу-фу, вот навонял.
Так. Давай, иди сюда. Ё-моё. Куда вот так? Заглатывать. Шнурочки. Китикетики. Эх. Что-то я почему-то думал, что у меня тут больше наживки в запасе. Что-то я, видимо, подзабыл. Так бы хоть ряпушки взял. Сорогу я ему кормить не буду. Я ее повялю, наверное. Ну давай, что? Обстрогаем тебя. Чтоб крючки не пустовали. А это тоже птицам. Ну что, все готово, начнем. И как всегда ждем от реки бонуса. Сразу скажу, натяг хороший. Чувствуется, что натяг приличный такой. Может, пружина просто играет. Один китикет пришел. Даже ёрш еще изо рта торчит. О, что-то неплохо водит. О! Это уже поприличней. Чего? Худые после икромета. Одни головы остались у них. О, стоит рядышком. Давай. Еще даже ерши остались. Ох, я. Так, ну что ты нам скажешь? Ай, ё-моё. Что это такое? Узел завязал. Узелок. О, и тут без дохляка не обошлось. Есть один вон. О, вот этот плотненький. Красивенький. Еще с икрой.
Еще дохляк. Так. Опа. Там даже ёрш еще живой сидит. Слышь ты. Ну все, ёршик отжил. Еще один труп. Эча. Ну, в принципе, ожидаемо, что они будут. Трупики. Так. Вот этот красивый налимчик. Прекрасненький. Трешечка такая красивая. Пузатенький. Это головастик. За нижнюю губу кое-как он. Чик. Это тоже трешка. Худой, блин. Позасыпали налимы-то. Нехорошо. Опа. Ну давайте вы теперь. Собаки попируют. Так. Сейчас. Крючок кому жабры задел, те готовы. Этот вообще давно уснул. Видимо, сразу как попал. Ну, неплохо, в принципе. Там 6 живых, тут 6 живых. Тут размерчики такие, ничего, нормальные. 3 штуки. Отличненько. Ну и как всегда, с вами был я, Костян, по прозвищу Налимья Смерть. Вот такой улов. Пришел я к ним не с косой, а с пишней. И с дубиной. Оба, что-то на ГСМ случилось, что-то техобслуживание туда едет. Ну всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. А я наживляюсь и, как обычно, фыр до дому. До хаты.